Итак, мы умеем заходить на сервер, выходить с него, копировать файлы с нашего компьютера на сервер и обратно. Осталось только научиться запускать программы на сервере, и тогда мы сможем работать на нем и делать практически все, что угодно. На самом деле в запуске программ нет ничего сложного. Это практически то же самое, что запуск из обычного терминала, потому что на сервере также установлен Linux. Конечно, не на всех серверах стоит Linux, но он является самой популярной операционной системой для серверов, поэтому, собственно, мы его изучаем. Итак, давайте попробуем запускать программы, находясь на сервере. Я нахожусь на сервере в папке Experiments. Здесь у меня есть два файла. Один подсвечен зеленым, потому что это исполняемый файл, который можно запустить, а второй просто текстовый. Чтобы запустить исполняемый файл, достаточно нажать .slash и имя файла. Прерывание выполнения — Ctrl-C. Также можно запускать, естественно, встроенные команды, например, редактор nano. Однако на сервере у нас есть только терминал, поэтому запустить программу, например, Firefox, у которой нужен экран, у нас не получится.